Патриарх Филарет собирает собор для восстановления Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Собор состоится 20 июня. На нем намерены возобновить деятельность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Патриарх Филарет решил созвать поместный собор, на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. С таким заявлением он выступил во вторник, 11 июня, перед началом форума за Украинскую Православную Церковь, за Киевский Патриархат. «Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский Патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — сказал Филарет. Он также отметил, что Киевский Патриархат не принимает Томаса об автокефалии. «Мы не знали содержание Томаса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — добавил Филарет. По его словам, 11 июня сторонники ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата напишут обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата от любого посягательства. Собора поместного Киевского Патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. «Мы это постановление на поместном соборе отбросим. И он будет для нас недействительным», — добавил Филарет. Патриарх считает, что сможет сохранить Киевский Патриархат, он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь. Филарет также заявил, что предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, слуга Вселенского Патриарха, поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому Патриарху, чтобы передавал указания через него, что делать, сказал Филарет. На собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский, Обоянский и Иоасов, а также возможно еще один из епископов из бывших приходов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии Православной Церкви Украины, которой руководит сам Филарет. Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский Патриархат продолжает существовать. И он остается его действующим иерархом. Свой отказ от Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата на соборе 15 декабря 2018 года патриарх назвал чисто ситуативным, так как это было требование Вселенского Патриархата для получения Томаса об автокефалии. Недавно митрополит Львовский Макарий заявил, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого. В конце мая предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифания издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Ставьте лайк и пишите в комментариях свое мнение. Всего доброго!